благодаря чему город получил свое название. Варианты ответов. Первый город на Урале. Впервые на Урале были выпущены цельнотянутые трубы. Первый город вблизи Екатеринбурга. И правильный вариант ответа номер два. После запуска в 1920 году предприятия «Первоуральский завод цельнотянутых катанных труб» Васильево-Шайтанский поселок был переименован в Первоуральский, а затем в Первоуральск.